Самый короткий научно-популярный фильм. В Золотом Вавилоне Ростокина установлен памятник эволюции. Арка электрических витаминов. Концептуальное изобретение и главный персонаж сказки физиков, удостоенный премии фонда Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Электрических витаминов тем больше, чем крепче поцелуй. Громче Горько. Сильнее дружба. Креативнее поза и веселее физическая нагрузка. Познавая законы физики в живом памятнике, можно соприкоснуться с вечностью, убедиться, что владеет любовь электрической силой, что у электрических витаминов есть кислый вкус, что человек — это редокс-система, способная вырабатывать и потреблять электричество при взаимодействии с металлами и низкоумными проводниками, например, гуляя босиком по росистой траве. С редокс-процессов жизнь началась, и без редокс-процессов жизнь невозможна. А электрические витамины обеспечили появление жизни и заставляют ежедневно работать законы физики на здоровье и красоту.